Коалиция церквей темнокожих граждан осудила попытки Национальной ассоциации прогрессивного развития цветного населения поддержать однополые браки. Ассоциация распространила резолюцию, в которой она поддерживает однополые браки, как гражданское право людей и противостоит попыткам узаконить дискриминацию и ненависть. Это произошло через неделю после заявления президента Барака Обамы о своей поддержке однополых браков. Правление ассоциации на собрании лидеров в Майами проголосовало за резолюцию в поддержку равноправия при заключении брака, ссылаясь на Конституцию Соединенных Штатов Америки, которая гарантирует своим гражданам равные права. Миссией нашей организации является обеспечение политического, социального и экономического равенства для всех граждан, сказала председатель правления Рослин Брок, президент Национальной инициативы церквей темнокожего населения. Преподобный Энтони Эванс осудил поддержку однополых браков президентом и Национальной ассоциацией. Несмотря ни на что, мы любим наших братьев и сестер гомосексуалистов, но наша церковь никогда не будет одобрять однополые браки и не поддержит их легализацию, сказал Эванс. Это противоречит этике и учению нашего Господа Иисуса Христа. В Национальную инициативу церквей темнокожего населения входит 34 тысячи афроамериканских и латиноамериканских церквей 15 деноминаций.